Здрасте, здорово. Надо глянуть, что это за хоррор такой. Обещанный хоррор про каких-то непонятных зверей в зоопарке. Я сегодня смотритель зоопарка. Вот у меня, если что, там пропуск. Все за собачками, кошечками. Ну какая разница, носороги там. Я в целом весь, да? Можно хоть завтра в гольф ехать играть, хоть говно за жирафом убрать. Зоучой. Rescue the animals. Спасите животных. Итак, что-то должно происходить, наверное, да? Ага. Прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы ты поставил внизу свою подпись. Вам вообще слышно было? Before we begin. А может, какие сосочки тоже нагота? Не совсем. Все зависит от контекста. Смотря какие это сосочки, понимаешь? Ты можешь быть человеком, который транслирует тренировку. И как бы мужской оголенный торс не так критично, как женский, например. Вы скажете, как же так? Нажмите, чтобы подписать. Окей. Ага. Молодец! Ты сделал правильный шаг. Еще чуть-чуть, и ты вытащишь свою семью из черты бедности. Очень надеюсь. Закрепи-ка это на груди. Ученые обязывают нас это делать, чтобы вы видеть все, что происходит в вольерах. Ученые? Я думал, это зоопарк. Все правильно. А ты никогда не думал, что всяким умникам самое место именно в зоопарке? Надеюсь, ты оценил шутку. Сука. Отлично, теперь давай начнем. Для начала возьми свой персональный КПК. Он необходим для взаимодействия со всеми рабочими объектами. Поздравляю. Ты сделал первый шаг к тому, чтобы стать частью нашей дружной зоосемьи. Оценил шутку? А! Вакцина. Уже узнаешь попозже, говорит. Там меня усыпили. До свидания. Я стал рабом этого зоопарка? Он меня за ногу тащит? Так. Страшно будет? Очнулся? Молодец. Вставай, пора за работу. Твою мать, ты что со мной сделал? Позаботился о твоем здоровье. Работа со зверушками требует профилактики. Ты же не хочешь принести домой какую-нибудь заразу? Кстати, мобильный я у тебя тоже забрал. Верну утром по окончанию смены. Значит, работа моя? Я думал, у нас собеседование. Моя снаружи жена ждет меня. Пришла. Работа станет твоей, если ты продержишься эту ночь. Эту ночь? Пойдем, говорит, я тебе покажу все. О, какая приятная камерка. Приятная камерка, сказал я, и... Нет, мне надо опции управления. Поменьше можно? Чувствительность мыши. Вот где-то примерно на середину. Ну вот, да. Так. Графоуни! Где трассировка лучей? Ладно, это не особо сильно бюджетный проектик. Так, зубная паста, что вы? Это что, сортир? Я уже обосрался здесь. Господи. Экзит, это выход. Прикольно. О, вот это мне надо. Дайте сразу мне это. Кнопки, где рабочие? Где пистолет? Какой мой шкафчик? Где мой? Можно сразу выйти? Взаимодействие. Я ухожу. Все, с меня хватит. Нельзя? Меня нельзя... Я хочу открыть, я увольняюсь. Нет? Какие животные прикольные. Так, нас ждет горилла, лось, бегемот, слон, жираф и зебра. О, еще пингвин. Ой, это пингвин, да, и кенгуруха. Прекрасно. Что это? Нельзя ничего сделать. Пойдем, ладно, за ним. Мы здесь тоже бьем деда? Надеюсь, нет. Turn on, remove. Это что такое? Это еда? Я здесь буду работать? Куда я попал? Мы тебя долго ждать? Заткнись! А тут просторно. Это наш хаб. У тебя тут будет дохрена всего, кроме времени. Смотри, мы в зоне заготовки. Так. Здесь хранится зелень, овощи и рыба. А мясо перемалываются в заготовке под звериные рационы. И как раз зелени и овощей у нас сейчас и не хватает. Увы. Намек понял? Приступай. Инструкцию сможешь найти в своем КПК. КПК. Так, загрузите травяной и овощной брикет, тележку для какой-то залупы. Ясно. Загрузите. Так, закрыть. Это тележка? А где еда-то, придурок? Вот здесь, что ли? Food! Я вижу, animal food. Смотри, кто что есть? Elephant. Мое терпение кончается. Рот закрой, я тебя пристрелю сейчас. My patience. Так, vegetables, это овощи. Прекрасно, подобрать. Так, food, food. Ну, food, food, сюда. Сюда овощи, овощи. А можно несколько взять? Положить. А можно взять несколько? Я же красавчик. Нельзя? Так уж они тяжелые, такие уж тяжелые. Так, это овощи, vegetables. Это herb, трава, да? Это просто овощи, а это трава. Великолепно. Еда сегодня, видимо, мы. Очевидно. Не знаю, можно ли подохнуть.
Страшно-то будет, нет? Хербал. Так, а тут мясо есть и рыба. А для кого? Что нужно? Большая часть брикетов останется про запас. А эти, кати-ка за мной. Пора показать тебе нашу рабочую площадку. Ну, пойдем. Пока выглядит как какой-то... Что это было? Есть кое-что в работе, о чем тебе пока рано знать. Начнем с азов. Понял. Ну, пойдем. Это, походу... А вот и наша Кэти. Комплексный электрофизированный транспорт. Кэти будет возить тебя по зоопарку. Поезд? Это на всех рефрижераторах. Сюда надо загружать брикетную тележку. Пока не загрузишься сюда, Кэти хрен сдвинется. Чтобы загрузить брикетную тележку, необходимо активировать рычаг. Ага. Так, сюда. Я понял. Добро пожаловать на борт! Так, еда поехала. Я сюда. Господи, это Кэти. Маш поезд. Здесь тоже куча всего взаимодействия. Компьютер какой-то здесь есть. Это болгарка? Ленточная пила. Ну и что ты хочешь от меня? Давай, ехай! Я готов, поехали! Ты решил всю ночь на это потратить? Я не знаю. Хап, жираф! Поехали, старт. Мы к жирафу едем? Это так работает? Подожди. Телепортация, что ли, в игре? Мы на станции жирафов. Теперь запоминать дважды, повторять не буду. Это наша мобильная ветеринарная станция. Здесь ты будешь смешивать лекарства для наших зверушек. Они больны? Ну, возможно. За состоянием здоровья животных нужно строго следить. У нас есть довольно редкие экземпляры, поэтому нельзя и в мыслях допустить, что с ними что-то случится. Отнесись к этому серьезно, парень. Иди за мной. Это наша фабрика-кухня. Чтобы собрать дерьмо на анализы, тебе нужно покормить животное каким-либо хавчиком. Здесь ты и будешь его готовить. Выбираешь нужный рецепт из списка, режешь, смешиваешь и готово. Вопросы есть? Да! Отлично! Зоопарку нужны те, кто не боится спрашивать. Но еще нужнее те, кто сами находит ответы. Хватит болтать, иди к разделочному столу. Ну вот я здесь. Тебе нужно выбрать из списка жирафа. Жираф. Он хочет зелень и овощи. Готовить. Разрезать, я понял. А, я сам это делаю? Не ошибись с весом. Точная граммовка отображается на индикаторе веса. Отмеряй внимательно. Я буду этой залупой... Так, ладно, хорошо. Двигаться. Общий вес 6 килограмм. Мне нужно 3,5. Это где-то вот столько. Ни половинка, ни серединка. Поехали. Маловато. Давай еще. На. То же самое, только с брикетом зелени делай. 1,5 килограмма. У меня 9. Но это вот столько где-то. Заткнись! It's not enough. Хоррор в том, что ты занимаешься рутиной. Блять, в натуре? Нажми кнопку «Принять». Спасибо. Еда готова. Теперь активируй рычаг, чтобы спустить приготовленную тележку. Где он? Ага. Тащи тележку к воротам. Ну, пойдем. Ну, это типа обучение, я правильно понимаю? Чувствую себя львом из Мадагаскара, которого укусила за жопу зебра. Опа. Паук. Сороконожка была. Не думал, что в зоопарке может быть все так устроено. Поезд, тележки. Да, Пол, наш зоопарк довольно уникальный. Это наша гордость. И в других ты вряд ли увидишь подобное. Гордость? Но тогда почему зоопарк закрыт уже второй год? Люди поговаривают, что у зоопарка не случайные, не лучшие времена. Да откуда я знаю? Я человек простой. Давно ты работаешь? Достаточно, чтобы всему... тебя научить. Давай вези тележку. Это вход в вольер. Чтобы открыть дверь, нужно вставить свой КПК в дверь. Открыть дверь. Мой КПК сейчас... Плакат. Прикольно. Добавлю новую заметку. Спасибо огромное. Вставляй.
Добро пожаловать в вольер жирафов. Карта симптомов. Все у них здесь на открыть. К работе! Это мне нужно ведро, да, взять? Блять! Ты что, с ума сошла? Вы кормили когда-нибудь жирафов? Я кормил. В Таиланде. Они вообще нифига не приветливые существа. Отвали от меня! Чё вам надо-то, Клео? Отстаньте! Да подождите! Сейчас я, давайте, еще один. Эти очень голодные какие-то ребята. Эти супер голодные. Давайте я найду вам какое-то... Где место? Куда это вот... Надо же где-то положить эту еду. Чтобы все у них было... Что у них... Чтобы... Вот здесь, может быть? На! Где ведро? Подожди. Че вы ходите за мной? Мне некомфортно. Давайте положим еду. Где тут? Где-то здесь они должны есть. Может быть, здесь где-то? Где хавчик? Ведро назад можно спустить. Плакат. Придурок! Куда бросить хавчик-то? О, вот, feeding area. Вот здесь. Ловите! Вот ваша еда. Можно есть. Ну, вроде нормально. Верните ведро в тележку. Булочки. Беуи и Клео. А можно вас переименовать как-то? Чего ты, кушай. Поел, что ли, уже? Можно руки помыть. Ладно, пойдем. Что это? Собрать фекалии. Мне нечем. Навалил сразу. Где жрешь, там и... Там и срешь. Ладно, хоть не в лоток навалил. Какашки собирай. Мне нечем собрать их. Не руками же собирать. Не очень аппетитно выглядит. Есть такое, положить. Отлично. Теперь надевай МФЕ. Переносной экстрактор экстрементов. В просторечии говносос. Жрать дерьмо тебе уже доводилось. Теперь это будет делать пылесос. Зачем мне все это вообще? Нам нужно постоянно отслеживать состояние здоровья животных и брать дерьмо на анализы. Одна из твоих ключевых задач. 100 тысяч в год, Пол! 100 гребаных американских долларов! Надо только засосать дерьмо. 100 тысяч в год? Давай, не ссы! Да пошел ты! А где говнонасос-то? О, вот он, я понял. Твою мать. Ну и что это? Пойдем. Какашки собирать. Когда страшно-то будет? О, смотри, они лежат, булочки. Расслабились. Где дерьмо? Погладить. Ты моя хорошая плюшечка. Моя хорошая... Облизала меня, видели? Моя булочка. Да-да-да-да-да. Ну и тебя тоже поглажу. Давай, да. Вы мои хорошие булочки. Да. Можно вы не будете меня убивать? Ну, пожалуйста. У нас с ними хорошие отношения. Выстраиваю авторитет с нулевой. Так, где дерьмо? Вон, я вижу, навалило. Ты моя пое! А ее нельзя погладить, она ходит. Так. Дерьмище засасываю. Мне что, платят зарплату за это? 100 тысяч в год, Пол. 100 тысяч гребаных. Задание выполнено. Прекрасно. А там вольер кого? Там птицы живут? Вернемся. Дерьмо собрал. Тебе ничего не платят пока. Ясно. Пока выглядит как симулятор зоопарка в натуре. То есть без всяких... Теперь возьми TBS. Во избежание лишних вопросов, тепловизионная система. Он необходим для определения температуры тела животных. Тепловизор. Вот он, да? Установи его и измерь температуру жирафов. Пойдем. Включить.
Сканирование! У них вроде все нормально. 39,2. Ну, это животные. У них все так и должно быть. У них чуть у них повыше, чем у нас. У этих в порядке. Эти молодцы. Вон там булочка, походу, болеет. У тебя все нормально, родная? Походу, у нее какая-то болезнь. 42! Она буквально на последнем издыхании, она умирает. Слышь, придурок? 3 жирафа, правильно? Я правильно понимаю, в клетке? А у этого сколько? Сканирование. 39. Нормально. Даже жираф болеет. Да, и мы тоже. Ты что базаришь? Я только подошел. Болеет одна эта. Когда будешь там, забери их. Добавлю нам зад. Верни тест, тележку с гаджетами. Ладно. Ну-ка, подожди-ка. А у тебя сколько температуры? Его нельзя измерить? Секундочку. По приколу, ну-ка. Как дела, мужик? У него, походу, нормально все. Вернуть. Как видишь, одному из жирафов нехорошо. Надо изготовить дротик с этим. Это препарат для нормализации температуры животного. Кстати, разработанный каким-то местным умником. Взаимодействие с терминалом. Выход из вольера. Ладно. Так, выйти. Ясно. Покинуть. Погнали в поезд. Откуда вы все это знаете? Поверь, это не то, чему стоит здесь удивляться. Но я проучился там от всего осил полгода. А, не про то, что у него навыков недостаточно? Я понял. А где же первый ректальный термометр? Так. Но базам меня научили. Азам. Кормить, убирать дерьмо, мерить температуру. Тележка многофункциональная. Мне нравится. Походу, вся эта тележка, это будет весь геймплей. Корми, разрезай еду, убирай дерьмо. Ага. Ты красавчик. Иди загрузи собранное говно в приемник биоматериалов. С собой в вагон ничего не тащи. Все должно быть стерильно. Я понял. Где говноприемник? Говноприемник! Открывай рот! Че ты улыбаешься? Ты же сказал сгрузить дерьмо. Я предупреждал. Ага. Прекрасно. Все? Я закончил. Я закончил. А где мы будем делать с тобой вакцину? Мужик, ты что, убежал? Где этот придурок? Он что, исчез? Где он? Ты что, сука? Теперь необходимо... Ты что, придурок? Ты вообще что ли? Я тебя дерьмо скормлю. Куда надо ехать? Я уже все забыл. Вот сука. Что он мне сказал? Вот я все просрал. Конечно, давай. Ну, казах дает. Так, телегу загрузил. Теперь наша мобильная веб-станция. Чтобы изготовить дротик с лекарством, тебе нужно заправить станцию достаточным количеством ампул. В этот раз это сделал я, но в дальнейшем тебе придется самому добыть ампулы. Но имей в виду, ампул не так уж и много. Подумай дважды, прежде чем использовать их. Ясно. Подумай дважды. Так, это вот здесь? Ветстанция. Так, ага. Фито. Значит, мне темперлоклапст. Вот эта хрень нужна. Создать. Дротик готов. С дороги. Мне температуру сбы. Отлично, возьми дротик из выдачи дротиков. Вот здесь. У тебя есть темперлакс. Теперь заряди им ветеринарное оружие. Оно находится в тележке. Тележка. Ветеринарное оружие. Вот оно. Опа! Прицеливание. Нихера себе, мы что, охотиться идем или что? Теперь дело за малым. Вколоть дротик бедному жирафу. Я понял. Стой здесь, никуда не уходи.
Сейчас приду. Больному жирафу, Пол, смотри, не перепутай его. Storage. А ну-ка, открывай-ка. Нельзя? Почему меня не пускают в эти двери? Хочу, больной жираф. Итак, главное не перепутать, ребята. Не перепутать. Открыть вольер. Так. У вас в порядке, да, все? Вы умница. Кто болеет? Ты, да? Клео? Кто болела? Вот она, поешка. Вот у нее температура большая была. Так. Стоять! А, они не хотят, чтобы я колол им. Смотри. Они убегают сразу, как только ты... Ну что? Прямо в задницу. На! Поздравляем, вы вылечили всех животных. Я прошел игру, по всей видимости. Дротик в заднице? Стой, подожди! Я хочу удостовериться. Да, она вон с ним ходит, смотри. У нее все в порядке. Я ее вылечил. Сезон охоты. Наконец-то! Ну что, суки? Вот так-то. Папу боятся. Пойдем вернемся. Вы выведите меня отсюда, пожалуйста. Я хочу уйти. Спасибо. Вы вылечили всех животных. Прямо в попочку. Да. Что произошло? Прицеливание. Хватит меня пугать. Это что, хоррор? Не врат ты мне больше. Интересно, а можно их переименовать? А то я бы сейчас назвал их в честь вас. Ну что, все прошло гладко. Я делал все такое впервые. Надеюсь, ему вскоре станет... Да, не сомневайся, вылечится. Нам нужно вернуться в хаб. Я понял. Пойду верну пушку назад. Да? С дороги! В хаб так в хаб. Ну так и что теперь? Следить за всеми надо, да? Эль Булито! Теперь жираф будет жить с дротиком в жопе. Сам виноват. А это не открытый зоопарк, да? Мы будем перемещаться вот так вот, телепортироваться буквально. Проводишь меня к выходу. Пришло время оставить тебя наедине с нашим милым зверинцем. А, ты уезжаешь? Я не очень понял. Я преемник, забираю у него все полномочия. Какого хуя он делает? Э! О, у него такой же есть, смотри, а можно его забрать? Мне кажется, у него интересный КПК. Больше полномочий. Такой ты медленный, пиздец. Нажрал, конечно, жопу, скуфецкий. Сюда вот можно выйти? Смайл, улыбайтесь. Иначе животные съедят вас. Так. Каждому смотрителю зоопарка положен служебный автомобиль. Нихуя! Это мне? Это твоя жена? Сказать ей, что ты остаешься тут на ночь? Учти, я запру тебя до самого утра. Да, нормально. Не облажайся, Пол. Don't mess up. Моя жинка. Ты дождешься меня? Дай бог, меня не сожру здесь. Motion assistant получается. А, чел, так это его машина, подожди. Добавлю новый доступ. Было бы прикольно, если бы он сел, и моя жена села бы рядом с ним. Такая. Прощай, Пол! Ну все, я один на один с ними. Нас всему научили. Итак, кофе мне! Я хочу кофе, я первый день. Что нужно делать? Я потерялся, я уже не хочу здесь быть. Идем, ладно. Давай. Пол, ты вошел сюда? Бог знает, сколько времени назад. Ты не отвечаешь на звонки, я волнуюсь. Ответить. Лили, детка, прости, я не сразу тебя услышал. Все в порядке. Меня взяли на испытательный срок, но начать надо было немедленно, понимаешь? Иди домой, я утром вернусь и все расскажу. Пол, но я видел, как тебя заперли. Это ненормально. Таковы здесь не правила. Забрать мобильник и заставили подписать NDA. А я всего-то должен кормить животных. Кстати, здесь полно мяса. Хочу, чтобы мои девочки наконец-то нормально поели. Я сейчас вернусь, никуда не уходи. Положить брикет мяса для Лилии в ящик для посыльных. Для посылок. Вот сюда. Какие-то мои девочки, мои собаки или кто, кого я там выращиваю? Так, пошли. Контрабанда!
брикет мяса. Еда вот здесь. Как ее открыть? Открывайся! Как это сделать? Вот, наверное, здесь, да? Simply. Я сейчас вернусь, говорит. Брикет мяса. Так откройте мне, где эта штука? Это мясо? Нет. Биометрический замок. Так. Да как нельзя-то? Меня оставили за главного. Почему мне никуда нельзя? А где мясо-то здесь? Ладно. Может быть, здесь что-то есть? Это мой... Это моя это? Так, здесь тоже кофемашина, все дела. Сюда я тоже не войду, правильно? Никуда нельзя! Что ж мне делать-то, топор? Есть какие-то, видимо, семейные эти. Кулер, самое главное, что здесь есть. Мне дали кулер. Алло! Помощь! Может, телега нужна? Может быть. А где телега? В этом, в поезде осталось? Брикет для мяса. Боже, я с первым квестом уже залажал. Откройте! Так, у нас здесь фрукты, овощи. Это мне не подходит. С мясом. Здесь, говорит, есть мясо. Я научился быстро бегать. Так, мясо. Meat. Прекрасно. До свидания. Это не животным. Это не животным. Это моим девочкам. На, лови. Лили. Are you here? Ты здесь? Да! Поцелуй Джину. Пожелай приятного аппетита от папы. Это он дочери отправил? Я понял. До свидания. Задание выполнено. Прекрасно. Ну все, пойдем отсюда, короче. Пошли. Прощай! Жена, уходи отсюда. Беги! Дура! Я не вернусь. Аптечка, кстати, аптечка. Смотри-ка. Оп. Так. Что это? Фотокомплекс. Редикс комплекс. Химический комплекс, на всякий случай. Вдруг я подохну. Ну, пусть пока стоит, я не знаю, что с этим делать. Давай-ка загрузимся, да? К кому мы едем? Кому я вообще могу поехать? Так, вот, например, компьютер. Тележка с брикетами не подключена. Так, блядь, так а мне бы понять, что делать? Булочки, всем добрый вечер. Здорово. А что у нас тут за новиночка такая? P.S. Гриша. Как всегда, прекрасен. Играем за смотрителя в зоопарке. Спасибо огромное. Ночная обжорщица, обожрица. Обжорщица. Играем за смотрителя в зоопарке. Нас оставили на ночь в зоопарке. И здесь якобы произойдут какие-то события. Меня только что научили, как играть. Но пока непонятно... что... Этого нету. Ничего нет. Ничего здесь нет. Здесь ничего нет. Ну давай я еще вот сюда загружу. Много, чтобы было. Опять же, это все трава и фрукт, овощи. Здесь ничего нет, ничего, все. Где еда? Мне ни хрена не дали. Плакат. Прекрасно, Animal. Ну ладно, я тогда поеду. Пошли обратно. Мясо ед, есть морковь. А мне кого кормить-то? Так, грузим. Столько анимаций великолепных. Поедут хоть к кому-нибудь. Кому можно съездить? Жираф? Валаби! Горилла! Пингвини! Давай к Валаби поехали. Да, я хочу. Разберемся. Я так понимаю, все перемещение здесь на поезде? Блин, я думал, я могу свободно перемещаться. А здесь телепортация какая-то между этими. Между локациями. Выглядишь шикарно. Как предавщица Гали из пятерочки. Я смотритель зоопарка. Я зоопарк. Все понятно с вами. Так, пошли, телегу выгрузим. Как мне ее вытащить-то надо же, да? Давай-ка. Где тут рычаг-то? Вытаскивайся. Как мне ее выгрузить, телегу? Вот здесь это рычаг будет, вот он. Эть. Так. Телега поехала. Прекрасно. Телегу берем. А где ставки? А на что ставить? Как быстро я сдохну? Телефон! Где? Алло! Алло!
Да подождите, я не знаю, где... Да! Я тут! Неопределённый номер. Алло? Ночной смотритель зоопарка, Пол Коннелли. О, господи, наконец-то! Пожалуйста, только не бросай трубку. Я весь день пытаюсь дозвониться для своего мужа. Линда? Он научный сотрудник. Кларенс Джей. Прости, я здесь один, здесь никого нет. Ну, пожалуйста, посмотрите, он должен быть в лаборатории. Где здесь лаборатория? Я поняла, вы новенький. Тогда последняя просьба, загляните в его шкафчик в раздевалке. Это как-то неправильно. Си-Джей должен регулярно принимать лекарства. Я просто хочу убедиться, что они у него с собой. Просто откройте шкафчик, и все, я перезвоню. Да пошла ты нахрен. Добавлена новая заметка. Доступ добавлен. Мне нужно накормить животных. Опа, комплекс, подобрать. Прикольно. Спасибо. И это еще так... Это тоже мне, да? Я поехал... Я приехал, я так понимаю, к этим. Кенгуру. Что это? КПК. А чей? Здорово! Я диск нашел. К себе вставлю. Звони Хаб, миссис Саммерс, рецепты в холодильнике комнаты. Плюс доступы. Хранилище сейфа. Проверить вольер. Я понял. Попозже. Можно мне это? Ха-ха! Си-Джей? Это из GTA 5, да? Ой, из GTA San Andreas, точнее. Так. Открывайте-ка мне, значит, комплекс. А я не нарезал еды! Добро пожаловать. Открыть вольер. Я же не нарезал. Подожди, стой! Я пришел к ним с ненарезанным ненарезанной жрачкой. Ведро. А там есть еда? Она ж пустая. Я ж еду не нарезал. Пошли назад. Сука. Я даже не знаю, что они едят. Чё-то моя кошка очень внимательно смотрит стрим. Как будто запоминает, что надо делать. Так. Ну-ка, давай-ка загрузим. Подожди-ка секундочку. Рычаг. Мне нужен Ваоби. Они едят зелень и овощи 20%. Удалить еду. Готовить. Значит, нужно зелень порезать. Удалить. Резать. Давай-ка. 2 килограмма от 9. Где-то здесь. Так. Дальше. Что там по зелени? Резом. Килограммчик от 10. Ну, где-то тут. Понятно. Все отлично. Так. Принять. Вы отклонились от рецепта на 23%. Животное останется голодным, если его вырвет. В смысле, я плохо сделал или что? Отклонение 0,1, а здесь хреновенько. Может, овощи удалить? Похуй. Сожрет так! Готовить. Ага, еще что. Голодным оно останется. Живот 3% больше белка получит, кстати. Пойдем так, так съест. В планшете посмотри. Я также ужин готовлю. Сойдет, сожрет. Алан, да? Так, что это? Какое-то мясо ему 4 дня. Сожрет. Многовато овощей, просрется. Нормально, клетчатка полезна. Так, нихуя себе. Как-то они агрессивно настроены, походу. Здорово, Валли и Эмми. Можно их переименовать, кстати? Подожди, терминал. Ну? Вот они. Покинуть вольер. Нельзя, походу. Нормальная, высокая. Убедитесь, что все симптомы в порядке. Жалко, что нельзя переименовать животных. А то сейчас кто-то стал бы кенгуру, понимаешь? Было бы прикольно. Поем. Эйш! Ха-ха! Здорово! Шо, пацаны? Как? Чё дела? Бля, он там у вас... Что с тобой, родной? Ты болеешь? Салли! Проблевался, молодой человек. Так, хавать здесь! Это я после пьянки. Кушать! Шш, кушать! Кушать, кушать, кушать! Давайте булочки кушать! Вот молодцы! А я пока займусь вашей температурой. Слышь, родной, что там с тобой? Как-то ты странно перемещаешься, ты мне не нравишься. Пойдем посмотрим, там сейчас дерьмо польется. Да перестань! Они все проблевались жестко.
И всех хреново. Я что, прям плохо сделал или что? Бля, мужики, ну так плохо, что ли? Я так плохо готовлю. А где какашечи? Какашечи, пожалуйста. Немножко какашечи. Какой прикольный вольер у них, да? Ну, как настоящий. Ты болеешь? Пенни. Погладить. Булочка. Как дела? Ты моя хорошая. Ну что, может, покакаем? Покакаем. Нет, не покакаем. Как будто они в порядке. Главное, что поели. Да? А как мне видеть, что вот кому-то плохо, кому-то хорошо? Вот здесь вот терминал. Ну-ка, подожди-ка. Так. Температура, симптомы, все здесь хорошо. Покинуть вольер. Ладно. Гриша, в зоопарк не берем. Пошли температуру проверим. УФ-фонарь. Ого. Это отпечатки собирать? Наверное, пока это не нужно. Уберем. Температура. И оп. Так. У тебя в порядке? Сканирование у этих двух. 39. Он там дальний, как вот, болеет, походу. Вон тот. Вот у этого какая-то проблема, походу. 42! Горячо! Надо лечить парня. Быстрее. Назад. Ясно, понятно. Надо приходить сразу, наверное, с этой штукой, да? С уколом для них. Ладно. У меня нет его? Или есть? Где этот пистолет? Прицеливание. Жалко, что у меня нету этих лекарств. Надо сразу было сделать себе. Покинуть. Я хочу уехать. Детишки плакают. Готовь еще. Думаешь? Вот температура у Салли. Покинуть. Надо приготовить еще раз еду. Нет, назад. Приготовить еду еще раз. И укол сделать. Термо этим. Термофлексом. Так. Еда. Ну давай нормально сделаем, хорошо. Нормальные. Я хочу в Алабе. Ведро с едой не подключено. Почему? А, потому что здесь нет нихера. Оп. Сука, сколько действий залупных. Давай ты, наверное, уже не будешь на сегодня готовить. От греха подальше готовить. Итак, зелень. Надо отклонение. Отрезать. 2 килограмма. Резать. Смотри. Здесь вес 7. Если вот эта половинка, то это, вот это примерно 3,5. Да? Надо 2. Соответственно, килограммчик. Оп! Отклонение на 0,3. Не критично. Правильно? Правильно. Овощи. Удалить еду. Нет. Резать. Нам нужен килограмм. У меня общий вес 8,9. 8,9. Это половина примерно. Это 4,5 килограмма. Раз, два, три. Ну и вот столько. На 0,2. Отклонение допустимого. 14% из 20. Берем. Готовим салатики с Гришани. Так, есть. С едой нормально. Отклонение хорошее. Здесь... Это они сожрут. Сборщик крови поместить. А у меня кровь есть? На. Прикольно. Не знаю, что. Сдать кровь. Нахера? Взаимодействовать. Нужно побольше сделать этих термоштучек, да? Вот. Фита. Создать. А где вот количество? Диагностика. Скрафтить. Создание. Дротик готов. Еще один. Вот 3. Нужно 50%, аляулю. Хорошо. Меня научили только температуру убирать у них. Раз. Два. Три. 3 дротика есть. Я дротист. Жрать есть, дротики есть. Пошли. Обратно вернемся. Может, шашлык бахнем? Из кенгуру? Звучит как план. Так, меня интересует больше... В
в чем этот? Я пока работаю, как просто проклятый. Это нормально вообще? Терминал открыть. Давай. Так, накормить детей быстро. Я принес нормальную еду, братья и сестры. Давайте, нормальная еда. Пока вы кушаете, я одному из вас всажу в задницу. Там один мясистый с температурой. Кушать! Быстренько, кушать, 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 кушать. Пошли за этим, за уколом. Жахнем. Я слышу тебя, да. Слышу тебя. Так. Дорогой! Салли, братишка. На! Я попал. Я ж попал? Салли! Ой, тут у вас есть... Они опять блюют. У тебя должно снизиться оно было. Уже умирать легла. А что это у вас здесь за место? Подожди, это где вы спите? Ты моя хорошая. Прицеливание. Погладить. А мы ухаживаем-то за ними зачем? Мы их типа тут на ужин для себя выращиваем. Мы смотритель зоопарка. Ну, у нас хорошие отношения, все хорошо. Так, ладно. Салли должен вы... О, какахи! Надо собрать. Какахи надо собрать. Ну-ка, давай-ка. Какахи! Оп, нашел. Дерьмо! А что будет, если я вообще за ними не буду ухаживать? Ну, типа, мне плевать. А-а-а. Ты что, не выздоравливаешь-то? Все? В руках можно таскать по две вещи, да? Да. Там вроде лекарства разные для всех. Температура вроде одна и та же. Разве нет? Покинуть вольер. Сейчас проверим. Сейчас будем проверять, разное ли. Дерьмо обратно, полетели. Это же хоррор. По-любому мы не просто так за ними ухаживаем. Но в теории они должны как-то трансформироваться во что-то. По крайней мере, по трейлеру было так. Дерьмо давай-ка выкачаем. Сюда вот. Фейс. Так. То, что игра, кстати... Прекрасно. Все отдал. Какахи. Сдадим их назад. Пистолет. Повесим. Говоришь, разные лекарства для всех? Вот от температуры, смотри. Вот. Противовоспалительное вещество. Ну, все. Летальная инъекция. Это убить. Внимание, содержит барбитурат для быстрой и безболезненной эвтаназии животных. Убить людей, этих животных можно. А, я понял, что такое фито. Я понял, что это. Антимикробное вещество для лечения болезней крови. Бигард вещество. Диагностика. Ага. Вот смотри, у Салли... Всем добрейшего. Привет. Вечерочка. Дорогой Гриша. Чатик и модерация. Здрасте. День прошел. Число сменилось. Нихуя не изменилось. Это про меня. Я продолжаю болеть. Но теперь, благодаря нашей Саше и ее рекомендации, я записалась к хорошему врачу. Молодец. Операция в конце месяца. Не болейте, булочки. Умница. Всех обняла меньше, чем три. Саша, это доктор Хендехох, да? Наставила вас на путь истинный? Какая молодец. Так, подожди, а что у нас вообще происходит? У меня только... У Сали только температура. У него либо менингит, либо эрхлихироз, гастроэнтерит, блядь, сепсис. Чума. Респираторная инфекция. Вирусная или бактериальная инфекция, поражающая нос, горло, синусы и дыхательные пути. Это вот относится к Салли. Какашки проверь его. Дерьмо проверить? Скрафтить? Надо дерьмо проверить. А как это сделать? Ну то, что я его туда сюда закачал. Как проверить дерьмо? Вот здесь, что ли?
Это же компьютер, по какашкам. Это еда. Проверь дерьмо. А как его проверять? Вот я его сюда закачал, и вот здесь вот должно быть анализатор какой-то. А, во! Нет, это фабрика. Это не его какашки были, увы. Там дерьмо, там я не взял. Короче, мне кажется, его надо убивать. Есть ощущение, что вакцина... Есть ощущение. Летальная инфекция. Бигард! Антимикробное вещество для лечения болезней крови. Давай, может быть, антимикробное сделаем. Побыстро, на всякий случай. Транквилизатор! Химическое. Фито. Антигистаминное для лечения аллергических проявлений. Ого, здесь еще... Нихера здесь! Здесь куча всего! Нейроме... Как прикончить животное? Ясно. Может, от менингита? Что за игрушка? Зоочизис называется. Сборщик крови. Сдать кровь. На. А что я взял? Вот? Ну, сдал я. Молодец. Ладно. Недавно вышло. 30 сентября, по-моему. Так, вернемся? Я не знаю просто. Я возьму пестик. И пойду... Бигард. Пойду посмотрю, как она там себя чувствует. Бедолага это. Открывай вольер. Он усалит только эту хрень. Он, она все еще болеет. Придется бигардом ее стрелять. Есть ощущение, что она неизлечимо больна. Салли! Подруга! Вот она. Стоять! Хватит от меня бегать. Сейчас усыплю нахрен. А как в них попасть-то, блядь? Не так просто, походу. Дох, я отправил тебе посылку с ампулами. Я понял, спасибо, родной. Использовать. Это термоплекс, подожди. Нет, я хочу бигард. Салли, беги, ради бога. Я нашел лекарство. Оп! Попалась, блядь! Слушай, ну что-то, походу, не избавляет ее от... Это не избавляет ее... Ей лучше не становится! Я считаю, нужен еще укол! Короче, она безнадежна, ладно. Оставим ее пока здесь. Есть ощущение, что ее не спасти. Очень жаль. На одного в этой клетке станет меньше. Температура не спадает. Я не знаю, что делать. Надо звонить доку. Нет, не получается. Походу, она не... Она... Кажется, она не выкарабкается. Что ж, увы. Так, позвонить никому нельзя. Надо еще сделать квест какой-то. Меня попросили здесь это... Присмотреть за кем-то. Типичный первый день на работе. По факту. Ладно, загружай. Поехали отсюда. Так, кому я еще могу съездить? Кто там хотел моей помощи? Горилла. Пингвин! Поехали к горилле. Там мясо, походу, надо. Горилла что ест? Старт. Вы не можете поехать в другой вольер, пока не завершите все... Ага. Очень жаль. Ладно, поехали в хаб тогда. Жираф! Я в хаб. И Лети такая, да. Ну ладно. Не все так плохо. Зарядим пока термоплексом. Слушай, странновато. Я что-то вот и... Дроп. Это что такое? Неизвестно. Ящики попросили проверить. Вот где-то здесь. Посмотрите его ящичек. Вот он, шкафчик. Давай вводи. Жена звонила бывшего этого, сотрудника какого-то. И чё, Его куртка. КПК его. Тестируем экспериментальные препараты на мутированных особях. В фазе фрустрации они не действуют. Процесс деления патологических клеток обязательно должен быть завершен. То есть организм должен окончательно мутировать,
Ты что, охерел? Расстройство стула. Как анализировать звук? Нужно следить за поведением животного во время громких звуков. Если животное испытывает страх, это признак болезни. Ясно. Хранилище мне дали. Ясно. Все понятно. Собрать анализы. Мне нужно измерить звук, сдать кровь на анализ, сдать фекалии на анализ. Вылечите животных всех. Это мое задание. Кассета. Отзвониться женщине нужно? Это мой? Ха, зоо! Великолепно. Это мой шкафчик, очевидно. Я могу войти сюда? Нет. Понятно. А куда звонить на помощь? Топор хочу забрать. Нельзя. Мне нужно позвонить своему начальству. Вообще, это реально, нет? Мой офис. Я здесь никогда не окажусь больше. В этой жизни. Сдать кровь на анализ. Походу, серьезные вещи творятся. Это капсулы. Ампулы. Для дальнейшего этого. Ладно. Пошли тогда еду грузить. Блять, придется серьезно играть. Нет, а я хочу выгрузить эту хрень туда. Нельзя? Вот здесь это делается. Это фильтры какие-то. Допустим. Салли нас уже боится. Все нормально. Пошли за едой. Надо разобраться, короче, что делать с этим, Салли. Надо следить за звуком. Еды больше не дадут? Пока у меня типа есть, мне достаточно? Я понял. Очень жаль. Пока ставочка. А на что вы поставили? Что там за ставки? Загружай. Когда меня убьют? И будет ли вообще это? Разрезать. Надо разобраться с вот этой историей. Это бигард добавлен. Прекрасно. Вот смотри. Симптомы. Create a cure by recept. Сборщик крови. А как кровь взять у них? Что это? АЗС. Подойдите ближе. Я это вообще не использовал. Что это за штучки такие? А, вот кровь забрать. Меня не научили этому! Пошли. Погнали к этим бедным. Я уже накормил этого бедного кенгуру вообще разными средствами. Он должен был вылечиться. Умрешь ли за 30 минут? Так. Открывай. Пошли. Мне придется собирать у них этот. Вы ставили не на того. Умрет ли Салли за 30 минут? Я-то вряд ли, а вот Салли... Потому что в этого кенгуру я всандалил уже 4 вакцины. Он еще... Как он держится на ногах, я ума не приложу. Открывай вольер. Так, у этого все еще проблемы, я так понимаю, да? Вот я Валли фекалии собрал. Валли. Салли, Валли. В работе, я понял. А здесь нет Twitch-интеграции, кстати, опции? Управление, игровой процесс. Чтобы интегрировать... Нет, нету. Ну ладно. Итак, пошли кровь за... Шприц для крови. Салли! Салли! Мне нужна твоя кровь! Где твой братишка? Салли! Салли, ага! Привет! Стой, стой, не переживай! Я не желаю тебе зла! Стой, сука! Стой, сука! Остановись, блядь! Подожди, а как взять кровь, подожди? Какие кнопки? Я не очень понимаю, какие кнопки собирают кровь. Я не научился. Так, что это? Нет данных. Салли! Тебе транквилизатор нужен. Чтобы вырубить человека? Перестань! Ага, это я голос измерил, да? У Салли.
Я эту штуку видел в Фасмофобии, вот эти вот вещи. Так, ну-ка, подожди-ка. Вот я звук измерил. Покинуть вольер. Нет, не надо пока. Так, звук есть. Фекалии я не собрал. У меня есть в ведре что-то? Еда какая-то. Ты срать будешь? О, нашел! Собрать фекалии. Подожди, стойте. Где моя это? Пылесос дерьма. Возьмем его. Назад. Так. С дороги! Надеюсь, это какашки Салли. Братишка Салли? Фекалии, фекалии. Так. Три дерьма! Так, там, походу, с ними ни хера ненормально все. Вон еще какулечки. С дороги! Нужно понять, как они вообще это. Отойди! Да отойди! Сука, вы обороняете дерьмо свое или что? Это хоррор не для игрока, а для животных. Собирай. Собирай! Ну что такое? Нельзя? У меня что, полный пылесос забился или что такое? Мужики! Надеюсь, одни из них были Салли. Ну, у него явно проблема вот у этого. Он прям ползает уже. Может, надо температуру перемерить? Чтобы ее перемерить, надо... Еще раз имеешь в виду? Да вряд ли. Мне кажется, только у одного температура. Я всех просканировал. Проблема только у этого. Вот. 42 у него. Эти в порядке. Трое остальных. Они зеленые. Я их мерил, все хорошо у них. Пошли назад. Так. Сказал бедняк. Но у меня только бегард. Это нужно... Чтобы кровь взять, надо сначала вырубить его. Правильно? Выпускай меня. Как кровь собрать? Я так понимаю, что сначала нужно Салли вырубить. И потом взять кровь у него. А, подожди, мне нужно дерьмо. Подожди секундочку. Какахи Салли! Я с пылесосом пойду. Назад. Так. А, целый пылесос, ты глянь там. Пылесос дерьма. Так. Как проверить дерьмо? Задание выполнено. Сдать кровь на анализ. Измерить звук. Надо у всех, что ли, измерить? Сдать кровь на анализ. Вылечите животных. Ну что ж, транквилизатор. Ой, это не то, это еда. Лось, пингвин. Горилла. Кто мясом питается? Пингвин питается рыбой. Слон. Ну ладно. Слоны еще здесь есть. Прикольно. Это кровь сюда сдается, да? Да. Транквилизатор. Итак. Мне нужно то, что вырубит этих бедолаг. Вот он, транквилизатор. Давай-ка сделаем одну. Хотя бы. Чтобы удостовериться, как говорится, да? А можно лучше два сразу. Прекрасно. Транквилизатор есть. Раз. Два. И теперь можно за кровью сходить. Вырубим Салли, возьмем у него кровь. Какашки смотрим. Как это сделать? Я не очень понимаю, как брать анализы дерьма. Пистолет. Транквилизатор. Заряжай. Салли! А на вторую руку надо кровь взять. Вот шприц для крови. Есть. Это на вторую руку. Это первая, это вторая. Терминал. Профессор Снейп передает 10 очков. Так. Где ваш братишка? Салли! Стоять! Сука, уходит. Ща мы его. Далековато он. Съебаться решил. Не так-то это просто. Попался! Ложись спать! Ты уснул? Выключись! Ты должен сдохнуть! Выключайся!
Ага. Так. Тише. Походу получилось. Кровь возьмем на анализ. Все нормально. Ты моя булочка. Ну все, спи. Кому еще пиздюльну? Она спит. Дерьмо плохое. Чувствуется. Плюс температура. Пошли кровь посмотрим. Привет, сейчас. Здорово, Элзас. Так, кровь. Кровь можно, в принципе, это все можно оставить здесь. Тележка-то мне больше не нужна, наверное. АЗС. А можно других посмотреть? Валли, 141. Надо ли это вообще... Надо ли это осматривать? 51. Пенни. Ну, у всех зеленая. Они все пиздатые, кроме одного. Салли в ахуе. Пока только у Салли проблема. Ладно, работаем. Нет, верни назад. Выключай. Ясно все. Так. Пошли кровь сдадим. Вместе с этой телегой. И посмотрим, что с нашим бедным кенгурушкой. Надо быстрее, пока не проснулся. Так. Загружай. Где кровь? Лови. Это вот Салли. Ну и чё? Data collect. Поместить. Сдать кровь. Сдать кровь на анализ. Так я ж сдал. На, еще один. Так я сдал кровь, нет? Сдать кровь. Неизвестно. Допустим, еще и кровь. Его сделай. А как, слышишь, его выйти? Как выбрать кровь-то? CJ Эмерс. Как брать кровь? Видимо, кровь можно взять только у животного в неподвижном состоянии. Как стрелять? Как анализировать звук? Рецепты. Хорошая еда. Симптомы. Лечение животных. А что значит его? Я же сюда поместил. Посмотри, где-то результат. Это не здесь. Очевидно. Так, диагностика нужна. Вот здесь вот. Оп. Итак, кровь больная у Салли? Ага, я понял. У него больная кровь, температура и говно. Вот. У нее сальмонелла. Инфекция, вызванная бактериями сальмонелла, приводит к диарее, лихорадке и болям в животе. Ясно. Температура, кровь больная и дерьмо. Сальмонез. Чем лечится сальмонез-то? Описание. Скрафтить для сальмонеллы срочно что-то. Это явно не ОРВИ. Для сальмонеллы что-то есть? Против сальмонеза. Где это вообще? Где сальмонез? Инфекция, лаптовир, нейромед. Подожди, это инфекция? Инфекция, вызванная бактериями сальмонелла. Так. Скрафтить. Летальная термоплакса. Антигистаминная, вряд ли. Бигард, нет. А это антимикробное? Нет. Вещество на основе пребиотиков для нормализации ЖКТ? Нет. Антипаразитное вещество на основе ивермектина? Вот, кстати, подходит. Инфекция — это же паразиты? Флюиз. Вещество на основе растений? Нет. Липтовитал. Иммунизирующее средство. Нейромед. Антимикробное. Нейрощилд. Нет, нет. Вещество на основе синтетических антибактериальных компонентов. Сиптибюр. Гастрогард. Эндрогель, гастро, гитера, гемовакс, морва, мука. Походу, это вот это. Вот, инфекция. Антипаразитное средство. Бахтигард нужен. Бахтигард? Вот он?
вещество на основе синтетического антибактериального компонента для лечения. А, сальмонелла, энтерика, вот. У меня фиты нет. А где с фита взять? Ёб твою мать. А где мне взять фиту? В хабе? У меня нема фиты. Ха-ха. В аптечке. В самом начале в хабе? Очевидно, в хаб нужно возвращаться. Похерили фиту. Так. Стой! Выставив в диагностике фильтры. Ага. Аптечка здесь была. Оп! Ну и пошел нахуй, как говорится. А где еще фиты взять? Придурки! Кому звонить? Где фиту забрать? Кофе. Фиты нет? Немножко фиты. Пожалуйста, фиты! Где фита? А этой женщине не надо позвонить, кстати, которая мне звонила. Так и все, что? Я проиграл? Нет фиты у меня больше никакой. Подписка полетела, трансформирующая. Во что-то. ГГ. О! Он что, вернулся? Он вернулся, этот придурок? Салли, пресс F. Увы. Ясно! Все в порядке! Все дали! Мне все дали! Он привез! Спасибо огромное! Нижайший поклон! Все, фита есть! Возвращаемся! Навалило фиты! Вернемся! Это он привез! Я так и понял! Он же посылочку прислал! Итак, давай-ка сделаем этот. Ага. А интересно, можно бахтёга создать? Дротик готов, я понял. Не тратим лишнего. Эти компоненты, видимо, очень нужны. Есть, поехали теперь к этим валабе. Старт. Мана и хилка подъехали. Так. Меня за час ни разу не напугали. Я работаю в ёбаном зоопарке. Это вообще законно? Выглядит, в общем, в целом прикольно, конечно, но... Так, а у меня все есть, мне ничего не надо. Мне, пожалуйста, бахтёгард. Заряжай. Сейчас я тебя засандалю в задницу. Салли! Добро пожаловать. Да-да, открывай. Родной! Что-то вы все разбежались, я смотрю. Это не ты, Валли? А Салли не спит до сих пор? Проснулся сучонок уже, где-то сидит, блядь. Походу, заперся у себя там. Бабусы. Сидим без донатов. Гриша, спасибо за стрим. Засыпаю под лечение зверей. Главное, на самом страшном моменте не проснуться. Дай бог здоровья, спасибо огромное. Сидим без донатов. Мы животных лечим. Вот Салли уже... Салли в порядке, смотри. Вон зелененький стал. Мне написали, что я красавчик. Спасибо. Все живы-здоровы здесь? Ну и отлично. Покинуть вольер. Уже всю жопу ему расстреляли. Да. Алло! Да, я здесь. Слушаю. Ночной смотритель зоопарка Пол Коннелли. Простите, мэм, я еще не успел ничего посмотреть. Че за мэм? Звонила жена какого-то СиДжея. Искала мужа. Вот сучка. Хотя СиДжей тот же красавец. Вечно зависает у каких-то баб, а жене врет, что сидит в лабе. А у нас и лабы-то нет. Короче, забей. Я че звоню? В ближайшее время будет поставка мяса. Ага. Да-да, хорошо. Да, сэр. Позвонишь попозже. Короче, никакой жены нет, ясно. Точнее, не жена, а никакого этого нет. Лаба здесь. Здесь что-нибудь есть прикольное для меня? Нет, ничего нет. Мясо привезут. Меня это не особо интересует. Бигард. Ну, понятно. Мне уже хреново. Мне нужна вакцина, ребята.
Так. Первый скример или что это было такое? Допустим. Контрольная панель. Я гориллом. Я могу поехать? В Алабе. Было, было. Все, горилла. Ротавирус словил. У меня еды, правда, с собой нет ни хера. Ну, разберемся. Ага. Так. Выковыриваем. Телегу. Берем с собой тележку. Все по старинке, да, все по старинке. Уже мы все знаем. Гориллы прикольные должны быть, кстати. Опасные, кстати, существа. Так-то. Опа. Здрасте. Открывай. Добро пожаловать. Да, клево. У всех все в порядке? Сейчас посмотрим. Привет. Здорово, Рипер. Братишка, жрать хочешь? Сейчас, подожди. Разберемся. Давай-ка я звуки ваши проверю. Рипер. Он в порядке. Ля, какие клевые. Декстер, Чиф и Тор. У этого нормально все. Кто болеет? Здрасте. Это тоже в порядке по звуку. И это тоже в порядке. Какие у вас лежанки? Прям кровати, месье. Ой. Клёвый вольер. Ля ходит, он ходит. Ля важный какой. Какой важный? Нам пизда. Блюет кто-то. Кто из них? Что еще? Недавно узнал про анонс жизни и страданий принца Джириана. Да. Ждешь ли игру и видел ли трейлер? Пьет. Очень люблю твой контент, Три. Конечно, конечно, видел, конечно, ждем. Да. Бабусы. Гриш, поставь на донаты старшины. Пугающие звуки. Так будет интереснее, думаю. Плюс. А здесь пока ничего пугающего нет, но я принял к сведению. Просто это как будто не сильно-то хоррор, понимаешь? Температура у парня, у Декстера. 42. Увы. О, второй с температурой. Тор. Сканируй его. Неудобно. И Чиф. Ясно. Два с температурой. Здесь уже два болеющих. Понятно. Возвращаем назад. Две температуры, да? Макака из Вуконга поставь. Мы сейчас уже не с руки ставим новые звуки на донат. Декстер и Тор. Надо посмотреть, что у них по этому. По кровь, да, транквилизатор. Покинуть вольер. Нет, стой, зачем? Стойте, да подождите. Надо транквилизатором вырубить типчика. Транквилизатор, заряжай. И кровь надо взять. Где кровь? Это АЗС. Кровь. Так. Это Декстер? Стой! Спать! Спать, булочка! Спать! Какая прикольная штука. Накормить животных. Попозже. Декстер! Ты хочешь спать? Ложись! Молодец. Возьмем кровь у него. Так, у этого есть. Погладить. Надо его нахрен. Транквилизаторов больше нет, я прав? Да, у меня только этот бигард есть и еще что-то. Ладно, рванули назад вместе с телегой, притом придется ехать. Мне еще еду нужно им дать. Успевайте ставить. А что вы делаете? Вы на мою смерть ставите? Я просто не представляю, как в какой момент здесь начнется экшон и начнется ли. Подожди, а можно мне вот здесь посмотреть, что это такое? Дверь.
Можно? Спасибо. Заряжу-ка я... Не знаю, правда, зачем. Прикольно, КПК чей-то. Энтони. Я наконец-то завел... Нашел способ вылечить этого чертового мутанта с помощью экспериментального лекарства. Нашел доступ к КПК какого-то Ти-Джея. Похоже, он здесь важный чувак. Сделал мутанту инъекцию. Токсикус фералис. И это дерьмо реально сработало. Охрененная новость. И еще, похоже, мутанты могут имитировать разные болезни. Буду продолжать следить за ним. Да? Прекрасно. КПК еще один. Энтони. Энтони единственный человек, который здесь, походу, сталкивался с мутантами. Когда они превращаются, мясо может успокоить их. Энтони, 2-3, давай. Отклонение тебе. Я должен следить за тем, сколько животное спит. Избыточный сон говорит о болезни. Но у меня на это нет времени. Ты же это понимаешь, родной? Ха? Так. Мы тоже не понимаем, ставим на все подряд. Нам нужна еда. Для гориллы. Я ни разу их еще не покормил. Потом дерьмо надо будет собрать. Кровь сдадим по-быстрому. Это кровь гориллы. Кровь Декстера. И тут Декстер, братишка. Диагностика. У Декстера нормальная кровь. Только температура, походу, и, возможно, фекалии. Но вряд ли у него этот. Хотя можно по приколу кольнуть ему... кольнуть ему от температуры. Он, типа, пойдет с песней. Это пингвины. Я понял. Скрафтить. Создать. Аля-улю. Я понял. Вернемся к еде. Так ты кровь взял второй? Нет. И для этого мне транквилизатор надо сделать. Надо побольше, кстати, их натворить. Давай сделаем транквилизаторов побольше. Потому что, видимо... Транквилизатор. Создать. Ну, хотя бы так. Да? Хотя бы. Потому что мне в любом случае кровь собирать. А если я не могу ее... Транквилизатор я взял. Есть. Горилла! Кормежка гориллы. Им... Так, ясно. 20%. Надо килограммчик. Зелень. Отклонение нужно. Резать. Килограммчик от этого. От 4. Вот здесь 5. Ну, вот 5 долей. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, наверное, вот столько уместится. Оп. Тютля в тютлю, понимаешь? Тютля в тютлю. Овощи. Резать. 2,5 здесь надо. 2,5? Где-то вот здесь это будет. Прекрасно. Отклонение 0,9. Нихуя себе, подожди, удалить еду. Да, да. Слишком круто, горилла. Надо заново резать. Килограмм вот от этого куска. Кто выиграл? О чем речь? Овощи. 2,5 килограмма вот от этого. 2,5. Здесь кусок на 6. Вот 3. 2,5. Вот здесь. Нормально, 9% отклонения. Принять. Прекрасно. Поехали. Возьмем кровь у второй, накормим, дерьмо соберем, принесем сюда. И тогда можно будет делать выводы по гориллам. Я улыбнулся, пошел. А на что вы ставите? Что я подохну через 30 минут? Готово. Здесь вообще можно умереть? Я пока занимаюсь. Я пока реально работаю. Я пока реально работаю в этом. Транквилизатор. Мне нужна другая горилла. Чтобы у нее кровь собрать. Вот Декстер, братишка. Нет. Вон тот мне нужен. Дальний. Тор. Вот он. Я надеюсь, ты не против? Падай спать. Да, ему прям плохо. Стой! Спать! Ложись, родной, ложись! Так, кровичка.
Ты или гориллы? Они думаешь, они могут подохнуть? Кровь есть. Я как будто играю как идеальный смотритель, понимаешь? В общем-то, здесь и нет никакого хоррор-элемента, да? Может, и есть, конечно, может, я его просто не отслеживаю пока. Ведро. Опа, блядь. А, вы есть хотите? Сейчас, вот, на. Они так побежали ко мне, я думал, все, нападение. Куш подано, господа, куш подано, пожалуйста. Да, пожалуйста, ешьте. Это сюда. Сразу дерьмецо возьмем. Давайте-ка. Запашка нигде здесь нет. Хорошая горилла. Какахи. Братцы, какахи. А у вас брат проснулся там, нет? Все еще спит? Мне желание. Блюет. Кстати, подожди, а почему ты блюешь? У тебя проблемы какие-то или что? Температура пока только у этого. Какахи, мужики! Вижу. С дороги. С дороги, это мое дерьмо. Возможно, неправильная еда. Сделай потом вакцину убийства несколько штук. Просто поверь. Надо будет? Вакцина убийства? Но ты можешь встать-то с нее! Вакцина убийства. На всякий случай, типа. Мало ли что. Просыпайся! Есть пора! Вставай! Мне его дерьмо тоже надо просто. Потому что если погладить. Вставай! Просыпайся, давай, моя хорошая, вставай! Уже солнце встает, все уже, давай. Просыпайся, говорю, хватит спать, иди покушай. Я там еду себе принес, братишка, вставай. Я там покушать принес. Ладно, пойду дерьмо отдам. Слушай, а может я тебе сейчас кольну сразу термоплекс и все? И пошел ты. Где шприц? Транквилизатор? Может быть, у него реально просто температура, и на этом все? У той гориллы. Вот у этой. Лечись! Лечись! Здоровья тебе! Здоровья, братишка! Дай бог здоровья! Дай бог не подохнуть ему, потому что если я не то кольну, он, походу, сейчас превратится во что-то. Вылечивайся! У тебя просто температура была! Не сработало! Что, ему так и остается? Да, походу, хреново ему. А может, бигардом в тебя стрельнуть? Братишка, как насчет бигарда? Вот, например... Ой, задание выполнено! Я что, вылечил? Я вылечил! Есть ощущение, что я вылечил! Я кого-то вылечил! А, накормите животных я сделал. Я понял. Пойду дерьмо соберу у четвертого. Братишка! Где Декстер? Вот он, вот его дерьмо. Отлично. Не переживай. Сейчас я узнаю, что с вами. Пойдем. Кладем назад. Здесь выключаем и уходим. Покинуть. Так, смотритель зоопарка. Но пока ты просто работаешь. Типа, это реально симулятор смотрителя зоопарка. Якобы с животными что-то не так. Собираешь записки какого-то типа, у которого были мутанты. Откройте дверь-то. Дверь закрыта в поезд. Дерьмо, я понял. Простите, пожалуйста. Засунь телегу внутрь. Она засовывается изнутри. Телега внутрь засовывается только изнутри, исключительно изнутри. Вот открылись двери. Дерьмо надо высасывать. Я понял. С дерьмом сюда не заходим, ясно. Вот теперь можно засунуть. Так. Кровь. Подожди, стой.
Подожди, говорю, кровь. Второй обезьяны. У меня же кровь еще есть. Так. Ну и что еще с ними? Еще и две их, прикинь. Диагностика. Так, дерьмо и этот. И температура. Это очевидно. Дерьмо и температура. Это либо гастроэнтерит, воспаление желудка и кишечника, вызванное инфекцией. Твою мать. Ну как так-то? А почему здесь они не выставлены? У них температура обоих же есть. Ну вот, да. Гастроэнтерит. Все правильно. Скрафтить. Против гастроэнтерита. Нет, нет. Инфекция. Интерюкюбер. Вещество на основе пребиотиков для нормализации ЖКТ. Это оно? Гастроэнтерит лечить. Нейрошилд. Нейромед. Менингит. Мигрень. Флюс. Это грипп. Лептовитал. Ротактайр. Ротавирусная инфекция. Антивирусное вещество для лечения ротавирусной инфекции. У них либо проблема с ЖКТ. О, гастрогард! Вот я нашел. Противопротозеина и противомикробное вещество для лечения язвенного колита. Гастрогард подходит? Я думаю, да. Это же гастроэнтерит. Сделаем два. Либо это гастротоксуктоксика. Экспериментальное вещество для устранения паразита, имитирующего расстройство ЖКТ. Подожди, есть ощущение, что это эксперимент. Кровь животного надо. Ёбнулись? Экспериментальное вещество? А нахуя оно? Это не подходит. Это не то. Летальная инфекция. Реактейнер. Нормализация ЖКТ? Энтерокюр? Вот это? Бифидок нужен. Бифидок? Где вы это вообще увидели? Бифидок! Роктус филалис! Подожди, это, походу, экспериментальные какие-то вещества. Это хрень для того, чтобы они превращались, что ли? Антиаллергенная. Гастрогард. Гастрогард не подойдет? Сальмонелла. Антивирусное вещество для лечения ротавирусных... А ротакейр это не ротавирус? Гастроэнтерит. Воспаление желудка и кишечника, вызвано инфекцией. Инфекция. Воспаление. Так это нормализация ЖКТ, это залупа. Чума. Ротавирусная инфекция. Сепсис, язвенный колит. Гастрогард, разве не подходит? Токсика. Без токсика давай. Сепсис. Ротавирусная инфекция. Ротакейр. Чума, мигрень. Менингит. Грипп. Антипаразитарное вещество на основе ЖКТ. Ну, окей, давай ЖКТ. Интеракюр. Возьмем еще и эту хрень. Пошли посмотрим. Кольну и то, и другое. Я не взял вакцины. Интеракюр. Декстер, братишка! Что это за залупа? Т-1000!
Тише, заткнись! У тебя просто живот болит, стой! Очнись! У тебя просто живот болит! У тебя просто болит животик! Транквилизатор. Ну-ка, подожди-ка. А как его вырубить? Что с ним? Что ты лаешь? Спасите животных. Уходите, придурки! О, кстати, смотри-ка. Этого я вылечил. Все, иди отсюда. И вот этого надо вылечить, смотри. У них мутировал другой. Вот, эти оба вылечены. Транквилизатор кали. Ну-ка, подожди, а кто мутировал? Кто из них? У этих все нормально. У них, походу, кто-то из них. Этот Пеппер, блядь, или Чиф? Господи, помилуй. Там уснул кто-то. Он спит? Ты что, сдох? Пеппер умер. А чё он помер-то? Он мертв, его убили. Кто, мутированная? Подожди, а где этот? Где мутант-то? Спасите Пеппера. Декстера спасти и Тора спасти. А как их спасти? А, вон мутант сидит, лежит. Вон он. Он наверху спит. У меня минута еще. Свет выключился. Блять. Подождите, стойте, стойте. Стойте, 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 остановитесь. Охота началась. На кого? Транквилизатор. Что здесь есть? Что это? Транквилизатор. Спасибо. Как их вырубить? Его, точнее. Шестнадцать секунд. Он спать будет или что с ним? А вообще, чел сказал, там написано было, подожди, в КПК. Вот в истории вот здесь вот есть заметки. Я наконец-то нашел способ вылечить этого чертового мутанта с помощью экспериментального лекарства. Нашел доступ. Похоже, важный чувак. Сделал мутанту инъекцию. Toxicus feralis. И это дерьмо сработало. Toxicus feralis. Спаси Декстера. Он Декстера сожрал! Он убивает моих животных. Toxicus feralis. Подожди-ка секундочку. Экспериментальное средство. 7К сюда. Toxicus feralis. А где это? Вот Toxicus feralis. Кровь животного нужна. Выйти. Toxicus feralis. Кровь животного нужна, чтобы кровь животного достать. Бабусы. Нужны транквилизаторы. Тик-так, тик-так. Какой тик-так? Хватит! Я потерялся, блять. Я возьму кровь. Где эта штука с кровью? Летальные дротики делай. Подожди. Вы хотите его убить или что? Я хочу убрать мутантство с него, а не убивать. Я КПК прочитал. Что можно Toxicus feralis убрать мутантство. Да сука, темно, я нихера не вижу, блядь. Где я? Где фонарь? F. Как выйти-то от... Сука!
Куда я попал? Что это? Беги, придурок! Это я обратно к поезду приехал. Да нет! Вот, вот сюда мне. Транквилизатором. А можно у них кровь взять? Они мертвые все! Он всех убил? Тор еще есть! Где горилла? Бабусы. Тики-тики-так. Где горилла? Где Тор? Вон он! Вырубай его! Берем кровь! Мне пизда? Уже, да? Темно еще, сука, ничего ж не видать. Вот он, спать лег. Кровь бери. Сейчас я вернусь сюда с другой хренью. Ставки на все, что все умрут? Да сдохнут и сдохнут. Так, кровь есть. Кровь животного. Достал. Вернусь. Я хотя бы проверю эту теорию с тем, что мутанта можно вернуть назад. Если можно вообще это сделать. Оп. Токсику Сиралис, правильно? Вот он. Создать. Так. Убить я его всегда успею. А вот Токсикус Сиралис ему никто не колол. Заряжай! Пойду. Ну, а теперь сразимся, сука. Он сейчас заберет мою последнюю гориллу. Эй, придурок! Где он? Вон он дрыхнет. Сколько он еще спать будет? Лови! Не сработало? Где я? Он превращается назад, что ли, или что? Ты что делаешь-то, блядь? Бабусы. Замуровали демона, вот что крест животворящий делает. А какого хуя? Он опять уснул. Почему не сработало? Вон он бегает. Так а я... Ну, всех убил в итоге. Вот Тор стоит. Вот ты спишь или что ты делаешь? Можно у тебя кровь взять? А, он не спит. Давай еще раз кровь возьмем. Вон он ползает. Почему не сработало? Убежал он. Токсикус Сиралис, это... Токсикус Сиралис должен сработать был. Помянем. Разве кровь надо не мутанта взять для вакцины? Тебе нужна больная кровь. Да нет. По крайней мере, об этом нигде не сказано. На этом карьерный рост закончился. Свет включили, назад дали. Тебе нужны леталки. Да? Так просто это? Хорошо, летальный этот. Бабусы. Зурная. Летальная инъекция. Раз, два, три,
Ну, хорошо, 4. Да баня провалена. Но у меня все гориллы сдохли. Ну, а кровь можно сделать? Как его перевести? Все умерли. Токсикус фералис. Ну, пожалуйста. Кровь животного, вот написано. Для устранения паразита, имитирующего чульму. Создать. Токсикус фералис. Вернусь. Ну и залупа. Летальная инъекция. Заряжай. Это не имитация чумы. Но чувак написал в КПК, что он должен... Это помогает. Но он же не чумной. Но он написал. Но написано же было, что помогает. Летальная инфекция. Поехали. На! Я убил его. Или нет? Так он жив. Нихуя себе. По-моему, он живее всех живых. Он не собирается умирать? Он прямо здесь. У него 3 жизни. А у меня сколько? Это же не страшно, ни хрена. Это хоррор? Что это за хрень? Простите, но это супер хуё. На! Задание провалено. У меня все провалено. Так он умер в итоге. Ага, вот паразит. Можно кровь взять у тебя? Так, он поубивал всех моих этих бедных обезьян. И там внутри какой-то паразит у него сидит. КПК. Мы подвезли немножко свежего мяса, езжай в хаб. Накормить животных. Это заново нужно все сделать, Энтони. Спасти животных, задание провалено. Ха-ха! Вернись в хаб и активируй рычаг подачи. Какой рычаг? Как эту хрень забрать? Надо в донскрим идти. Да. Ну все, у меня ни одной гориллы не осталось. Сюда можно даже не приезжать будет потом. Очень жаль. Пойду вернусь. Может, дерьмоотсосом? Паразита дерьмоотсосом забрать? Ну кой? А, мне плохо стало. О, я превращаюсь. Мне нравится. Наконец-то что-то дельное. Взаимодействовать. Токсикус фералис добавлено. 3 штуки я себе сделал. Может, как и какашки? Может быть. УФ-фонарь. Ультрафиолет. Дерьмо отсасывать? Это АЗ. Нет. Шприц для крови не работает. УФ-фонарь возьму с собой. И эту хрень. Должно сработать. Пойду возьму, может быть, попробовать высосать из него этого червя. А себе в ногу лекарством нельзя стрельнуть? Нет, а ног не видно, к сожалению. Смотри, они счастливые, кстати. Видишь, у них зеленый значок. Он хороший. Не получается. Ха-ха. Это горилла, да? Так. Как всосать ее? Как ее всосать? Она зеленая, кстати, становится, когда я к ней подхожу. Вот так вот, если смотреть. Но он не хочет забирать эту хрень. Наверное, позже. Берешь дерьмо отсос и квадратик зеленый. Но он не хватает его. Но у меня, по крайней мере, нет никакого ЛКМ, не работает. Типа забрать отсюда эту штучку не получается. Может, ректально? Так. Проверь! Почему бы не проверить?
Ну и даже издалека он не сосет ее. Не получается. Может, ректально. А в чем хоррор? Подожди, я ни разу не напугался. Но, может быть, был какой-то момент один раз, когда это. Но они не страшные. Они даже больше веселые, чем это. Чем. Это же не страшно, это просто весело. Поехали домой, в хаб. Куча. Куча работы. Какой-то. Куча работы, делать что-то надо всегда. Что за игра? Зоо чё здесь? Зоо чё здесь? Недавно вышла новинка, типа. Говорят, здесь есть это. А как себя-то вылечить? А хрен его знает. Дроп. Мясо приехало. А, это мясо? Они людей, они люди, они мясом человека кормят. Животных. Вот мясо. Труп. Они кормят человечиной, блядь. Опа, брикетик с мясом. Нормально? Алло. А. Походу, уже звонить не надо, да? Я все сделал и так, без вас. Прекрасно. Три брикета с мясом. С кайфом. Один труп еще здесь есть. А мы домой одного отправили. Ага. Ха-ха-ха! Точно! Мы жене дожидали мяса. Ты детям передал, получается. Кому ты отдал пакет мяса жене? Ну вот, получается, да. Покушай дома вкусненько. Ну, чел приехал. Так он здесь, получается, или нет? Я даже не знаю теперь, что и делать-то. Здесь для приема-то можно что-то взять? Я не вижу. Нельзя, да? Ну ладно. Так и что? Транквилизатор этот не работает на них. Заново, типа, просто беги опять и занимайся этим же. У меня реально рука уже... У меня реально рука зараженного. Вот, руки если взять. Вон, видишь? У меня руки уже в пупырках, я умираю. В буквальном смысле. Говорят, здесь 23 концовки, прикинь. 23 концовки. Ебануться. Мид. Да какой мид, блядь? Этих нет, ничего нет. Ну, давай попробуем вот это вот взять. Грузануть. Попробуем сделать сейчас какое-нибудь заключительное задание. И посмотреть, что будет. Если то же самое... Прикольно, но если взять, например, симулятор помощника в морге... Симулятор помощника в морге куда криповей. Это слишком... Комично все выглядит. Это комично. Не страшно, не как-то крипово. Смешно иногда. Ну, весело. Щекочет яички. Подожди, я загрузил еду или нет? А, нет. А хорошая есть? Да, есть одна хорошая концовка. И 23 каких-то других. По всей видимости. И что, и куда мы едем? Подожди. Кому? Биофильтр застарен. Че, внимание. И че, мне чем-то заняться надо? Очистите биофильтр. Дерьма много накопилось, чешу. Биофильтр. Вот здесь вот, который я нажимал. Бэктройля. Фильтр отходов. Так. Руки, руки! Рука чья-то. С татуировкой, видели? Смотри. Рука с татуировкой, отрезанная рука. И там татуха на ней, змеи. Мясо. Отрезанная рука добавлена. Ясно. Кишочки. Я не против. Что за симулятор морга? Симулятор морга на канале есть, я играл. Motion Assistant называется. Она пиздатая. Вот там прям на туре. Страшно. Пингвин. Он мясо ест? Но они рыбы питаются, а не мясом. У меня единственный вариант к пингвинам ехать.
Motion Assistant называется игра. Помощник в морге. Все еще боюсь симулятора морга. Ну а игра стрёмная. Игра стрёмная. 3 серии на канале записано. Так, к пингвинам. Давай-ка телегу выкатываем. Задание добавлено. Все то же самое. Рука вот. Отрезанная рука. Накормить, вычистить и трали-вали. Ясно. Так, что по еде? Давай-ка разбираться. Ведро с едой не подключено. Давай подключим. Никогда не забуду, как ты орал. Я увольняюсь. Я увольняюсь. Да. Я увольняюсь. Так, лось, пингвин, рыба. Так рыбы нет. У меня просто там еда какая-то. А может эту руку положить к сканеру с отпечатком пальцев? А как он ее возьмет? Он ее не берет, видишь? Вот LPM, он не берет ее, чтобы типа выбрать. Идея хорошая, но он ее не берет. Чтобы к сканеру прикладывать. Так, ладно, хрен с ним. Пойдем к этим пингвинам сходим. Я не очень понял, там рыбы не было просто. Мясо мне дали, ну нахера? Подойди к сканеру, может получится. Что ж! Ваша правда, едем назад тогда. Может быть. Прикольно, но он ее не выбирает. И мне нужна рыба сейчас. Но там не было рыбы. Мясо-то это понятно. Хорошо, мясо, дали. Но там рыбы не было. А пингвины едят рыбу исключительно. Мне их чем кормить-то? Человеченкой? Может, перед сканером действие сработает? Может быть. Вот, сканер. Взаимодействие. Рука. Ну вот ее давай. Чё? А нет, не работает. Но идея неплохая. Да-да-да-да-да. Но идея неплохая. Сюда нельзя? А сюда? Моя рука же не подходит. Хоть где-то сработает? Опа. Хорошая концовка, чек. Картина. Доктор Оливер Мецгер. Какой сюрприз? Док в самом деле оказался доктором. Это вот тот, кто нас сопровождал. Алло! Я знаю, что это ты, урод! Полегче, Пол Коннелли. Чё стряслось-то? Будто ты сам не знаешь, ублюдок. Думаешь, если я беден, то я идиот? Ты заразил меня каким-то дерьмом и ждешь, что я сдохну. Чё за звери в твоем зоопарке? Заткнись. Думаешь, я ни хрена не понял, доктор Оливер Мецгер? Ты сказал, что нет здесь никакой лабы. Так на какого хрена? Опять ты за свое? Там, где ты сейчас находишься, твоей задницы быть не должно. Это служебное помещение. Оно никак не связано с зоопарком и с твоими обязанностями. И да, я действительно вколол тебе инъекцию с паразитом. Но не для того, чтобы тебе навредить, а наоборот, чтобы защитить тебя. Без нее тебе было бы куда сложнее выполнять свою работу. Если ты включаешь свою башку и отработаешь первую ночь как следует, я вернусь утром и выну его из тебя. Бабки будут у тебя на руках. Уже после первой смены никак не пострадаешь. Главное, доведи начатое до конца. Ты думаешь, я поверю хоть единому твоему слову? Тебе придется, Пол. Ты ведь заперт. А открыть дверь могу только я. К тому же сейчас передо мной лежит НДА, подписанный твоей собственной рукой. Ну да. Я просто предлагаю тебе выход из сложной ситуации, Пол. Выбор за тобой. Не парься, я скоро буду.
finish the job. Закончи работу. Так. Какая-то залупа. Сотовый. Пропущенный Лили. Позвонить Лили. Алло, Пол, это ты? Ты же говорил, у тебя забрали телефон. Ну вот. Да, милый, я нашел его. Лили, прошу, скажи мне, вы же не ели, надеюсь, мясо? О чем ты говоришь, Пол? Мы как раз недавно поужинали. Было невероятно вкусно. Джина была в восторге. Твою мать. Не хочу ничего слышать. Если что-то осталось, немедленно выброси. Пол, в чем дело? Ты пугаешь меня. Просто сделай, как я прошу. Нет времени объяснять. Утром вернусь, я тебе все расскажу. Ясно. Похоже, они вызывают мутации не только у животных, но и у людей. Компьютер. Опа, там. Твою мать, вероятно, вся информация хранится на внешних носителях. Вставить дискету, у меня есть одна. Это кто? А, о, это чел с этой рукой, вон у него на фотографии видно. Это он. Он здесь работал, по всей видимости. Какая-то хрень. Ящики не кликабельны, ничего нельзя взять. У него туалет чище, чем у меня. Это нечестно. И больше ничегошеньки? Да ладно! Дискеты нужны. Взаимодействовать. А у меня нет дискет? Вставить. Так. Я что, хакер? Без пароля толку от этой дискеты ноль. Без помощи здесь не обойтись. Увы. 1, 2, 3, 4, 5. Диплом. Похоже, мисс Саммерс не зря по... Пароль. 551... Подожди, сколько там? Что там у него? 1991? Ах, твою мать. Ну тут... Подожди. Какие-то буквы, цифры? Какой пароль-то? Как вводить? Ой. Доводился. 551-1991? Вряд ли, да? Это было бы слишком легко. Блин. Чё-то это такая это? Это не хоррор, нихуя. Если честно. Он не тянет на то, что, например, было в симуляторе помощника в морге. Он очень, это очень далеко от того, что могло бы быть. Там еще буквы были. Да. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Может, пока начало? Да нет, какое начало, игра на два часа. Фиг... Рыбы здесь мне не дадут, я правильно понимаю, или дадут? Ну вот рыба, это для этих. Это для... пингвинов. Ага, все, да. Кто выиграл в итоге в голосовании? Голосовании каком? Кто сдохнет, я или эти, или звери? Звери в итоге выиграли. Ну и чего? Возвращаться к жирафам больше не надо. Ты просто циркулируешь, да? Типа, к пингвинам все равно ехать придется. Не знаю. Они мутируют хотя бы? Пингвинки. Пингвин это. Звери выиграли, но какой ценой? А, нет, стой, верни. Я не порезал рыбу им. Я им не порезал рыбу. Сколько надо? Пингвин, рыба. 6. 2 килограмма надо? Да, резать. Но если это 6, то 2, то это вот это 3. Это 2. В
Вся игра, блядь, построена на том, чтобы ты угадал, сука, сколько им еды надо принять. Это первое, да? Leave. Да и все, в принципе. Пока хотя бы с этим разобрались. Пойдем. Один скример за всю игру. Ну и просто какой-то небольшой этот... тревожность, типа, что же произойдет, о боже. Но это не то. Что мне казалось здесь будет. Эй! Вы мои пусечки, Рокки. Здорово. Здорово, Рокки. Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте, братишки. Да, здорово. Эх, ни хрена вас здесь. А вас много. Я смотрю, какой у вас ледовый замок красивый. Ух ты. Горки. У-ху! Какие клевые горки. Покатайтесь со мной. Где у вас еда? Где у вас... А, вижу, вижу. Гориллы умерли? Да. Гориллы умерли просто потому, что я пытался сразу сотворить какой-то... какой-то непонятный этот. Понимаешь? Так, это есть. Давай-ка уберем. Дальше. Померяем их звук плюс дерьмо. Да. Плюс дерьмо. Где звук? Вот он. Пока они кушают. Луна. Нормально. Дейзи. Дейзи в порядке. Мисти. 90. Нормально. Рокки. В порядке. Тинкер. Ляня флексит. Так, со звуками все норм. Я прав? Ищем дерьмо. Какахи! О, нашел. Они что, битбоксеры? Не знаю. Одна какашечка есть. Вижу две. Вижу три. Четыре. Отойди. Да отойди ты. Пять. Вроде у всех собрал. Да? Ладно, вот еще вот это я возьму. У меня уже весь полный пылесос. Опа. Насесты. Смотри, пришли. С кайфом зачилились. Идет, идет. Ну ладно. Температуру померяем. Допустим. Мне даже интересно, смогу ли я спасти этих. Никуда не уходите, я вас фоткаю. Слушай, а у этих нормально все? Да ладно, ничего нет? У вас все в порядке? Полностью зеленые. 38, 39. Нет проблем никаких? Ну, температура. Мисти, горячо. Ну все. Прекрасно. Температура, все. Так. Измерить звук. Измерить температуру. Сдать кровь на анализ. Фекалии. Пошли фекалии сдадим. Чтобы хоть кого-то подозревать, нужны хотя бы какахи. Кинем сюда. Возьмем пылесос. Закроем их. На всякий случай. Про что игра вообще? Ты? Здрасте. Играешь за смотрителя в зоопарке. Я смотритель в зоопарке. Вот, видишь? Значит, играешь за него. Тебя на ночь, на ночную службу поставили. На одну ночь. В итоге... в какой-то момент ты обнаруживаешь, что со зверьми что-то, со зверями что-то не так становится. И ты начинаешь переживать.
они начинают мутировать, как какие-то из них. Потом ты обнаруживаешь, что мутировать начинаешь и ты. Диагностика. Итак, у Коко и Рокки дерьмовые фекалии, как говорится, дерьмовые. Поэтому нам нужны транквилизаторы. Где транквилизатор? Давайте, парочку. Раз, два. Возьмем у них кровь. Я уже как будто профессионал в этой игре. Раз, два. Вернусь. Пойду посмотрю. Рокки и... Ага. Эту штуку сюда. Где это? Пистолет. Транквилизатор! Вставляем. Сейчас мы их вырубим. Мне нужна будет шприц для крови. Да. Открывай! Сколько еще будете стримить? Ну, игра скоро закончится, мне кажется. Игра скоро закончится, потому что она не хоррор ни хера, которым она должна была быть. А это смешное какое-то... Стой! Транквилизатор! И ты вот. Так, есть. Сейчас вырубится один и второй пингвин. Падай! Спать! Надо кровь у них взять. О, да, а, стой, спит! Да, классика. Это база. Колесо было? Нет еще. Так, кровь у этого взял. Второй уснул. И второй. А можно у них побольше крови взять? Вот я взял. И пока он спит, я еще возьму. Чё флексишь? Да, можно. Он просто может там обкалывать их. Давай всю кровь заберем. А давай всю кровь заберем. Отсасывай как можно больше. У него много, я видел. Опа, там кто-то занервничал. Залупа. Ну ладно. Я застрял. Я застрял! Они схватили меня! Проснись! Прости! С руками видел, что у меня? Ну, это моя булочка. О, есть. Так, пошли кровь сдадим и узнаем, что с ними. Но у них, скорее всего, кровь плюс... Дерьмо, да? Кровь плюс покинуть вольер. Сопли текут. У меня текут сопли. Надо будет storage. Ну-ка, дайте-ка мне здесь входной билет. Здрасте. Еда какая-то. Всякая хрень. Это КПК? Здорово! Это история персонажа. Дерьмо! Со мной происходит что-то странное. Непреодолимое желание съесть этого сырого мяса. Моя рука невольно схватила кусок, и я сожрал его, почти не жуя. Этот сладкий привкус во рту. Энтони Хотвуд. 4 из 4 я собрал. Короче, это предыдущий смотритель. У него была какая-то проблема, видимо. Телефон здесь же есть. Здесь же есть и телефон. Что это? Здесь ничего нет. Увы. Так. Кровь сдадим. И еще одну. Сделали летальную вакцину. Да подожди, а зачем? Вы меня не слышите, да? Угу. Звук. Я вернул. Так, диагностика. Ну да, у них кровь и дерьмо. Я понял. Убираем кровь. У них, скорее всего, язвенный колит. Воспаление толстой прямой кишки, сопровождающееся болями в животе, диареей и кровотечением. Язвенный колит. От язвенного колита у нас скрафтить. Вот была эта история. Язвенный колит. ЖКТ... Нет, нет, нет. Менингит, мигрень. Тоже нет. Ротавирус. Сепсис. Вот, язвенный колит. Гастрогард. Раз. И два.
Ну и типа летальных вакцин, как бы. Да я хочу вообще так. Вот почему эта хрень не работает? Toxicus feralis. Чего он не работает? Странно. Летальную сделаем. Раз. Два. И... А, их у меня химического этого нет. Ну ладно. Ну и хрен с ним. Уже плевать. Съедят их и съедят. Пусть сдохнут все. Сейчас посмотрим на преобразовавшегося пингвина, по всей видимости. Гастрогар, да? На! Ну, понятно. Иди сюда, сука. Ёб твою мать. О боже, о боже, о боже. Эта сука заражена. Блядь, что нам делать? На тебя, падла. Прям в задницу. Нихуя себе. Что это? Меня схватили! О, боже! Пусти меня, сука! Пусти, пожалуйста! Ну, пожалуйста, пусти меня! Отпусти меня, твою мать! Да! Бля! О, боже! Где он? О, боже! О, боже! О, боже, отпусти меня. Ну, подожди, отпусти меня, сука. Но ты должен меня отпустить. Сукина дочь. Не трогай моих пингвинов. Это мои пингвины, сучин, сучара. О, вот эта хрень, смотри. Ее можно забрать. Она у него во рту прям. Счастливые, довольные пингвины. Так, где больной? Вон, вижу его. Один есть. Гастрогард. Помер? Да. Но их можно не убивать, мне кажется. Поздравляем, вы молодец. Ну, ладно. Но есть ощущение, что их можно не убивать, а... лечить в момент, когда они инфицированы. Но почему-то у меня не сработала эта хрень с кровью. Пылесосом его забрать надо. Эту инфекцию. Никого не убили зато. Ну давай. Да, о. Так, паразита взял. Доброго здоровья вам, братцы. Счастливого пути, как говорится, да? Ну все, поехали отсюда. Но это не хоррор! Это не то, чем игра должна была быть, понимаешь? Вы вылечили всех животных, поздравляем, выйти. Так а закройте вольер-то, суки. А, его... закройте вольер, здесь нахуй дверь выбили. Я понял. Его нельзя закрыть. Одного мочканули. К жирафам возвращаться назад? Ага. Одного мочканули, только того, кто... Так, так, так. Я превращаюсь. Мне кажется, чем меньше ты взаимодействуешь... О, у меня руки вообще уже все, мне кранты. Мне кажется, нужно было идеально играть в самом начале. Как-то так это работает. Давай-ка мы эту фигню сюда спустим. Вон, для паразитов справа, видишь, специальный отсек. Отсек даже есть. А у гориллы я не смог забрать. Я не знаю, это игра плохая. Игра плохая, нельзя забрать у гориллы. Она лаганула, и у гориллы нельзя отсосать. А можно узнать, что это? Вот здесь вот. Нельзя? Ясно. Ну и куда мне в хаб? Я за всеми... Тележка с гаджетом. Ага. Простите, пожалуйста. Не все сделал, как надо. Инфицированный пингвин не считается? За смерть пингвина? Наверное, считается. В хаб поехали. Я не знаю, я не поеду к жирафам обратно. Нахуй это надо. Не знаю. По трейлерам это должен был быть какой-то прикольный хоррор. А по факту игра превратилась в один сплошной крафт. И попытку спасти пингвинов.
не страшно, ничего такого. Персонаж не может умереть. О, тебя просто дергают. О, вот, что-то происходит опять. Ну я что, умер? Пол, дружище, ты где? Иди сюда. Пора посмотреть, на что ты похож. Ну, все, я уже превратился. Финал? Ну, я умираю. Пол, а ты молодец. Другие испытуемые к этому моменту были уже час как парализованы. Это все из-за паразита. Осталось лишь добить тебя, суку. Да, спасибо, что подписал. Очень жаль. Следующего лоха мы найдем на Авито. Сожалею, Пол. Мамка голосует против. Видимо, сильно проголодалась. Походу, мы тебя сейчас еще и сожрем. Очень жаль. Прощай, Пол. Пожелай мамке приятного... А, ясно. Это финал игры! Rescue the Animals. Главное меню сейчас покажет. Да. Пол не спас журналистку, но благодаря тому, что он позволил Лили, она не обратилась... Позвонил. Она не обратилась в полицию и осталась цела и невредима. Но самому Полу так и не удалось выбраться. Он лох. В память об Александре Дагане, специалисте зоочозис и нашем дорогом друге. О, это... Это в память какому-то человеку была сделана игра? Игра основана на оригинальной идее Олега Газа. Главный режиссер Валентин Жечкин, Олег Газ, Александр Робок, Инна Фомина, креативный продюсер. Залвита Чача, бизнес и маркетинг. Рустам Тетероум Шрайлов. Александр Гадан, Инна Фомина, сценарист. Ясно. Олег Газанул, да, хорош. Вся игра. Так, я что-то даже не ждал такого конца. Я думал, там животных будут открывать. Я даже хотел сказать, типа, я дальше не хочу, потому что мне не очень интересно. Все концовки зоочойс. Надо же посмотреть на этот шедевр. Зо All Ending. Вы хотите? Вам это надо? Секретная концовка? Все концовки. Все, давай. Это моя. О, боже, дружище. Это моя концовка. Его сжирают. Так, возвращаемся в хаб. Едем. Выходим. Никого нет, но всем наплевать на тебя. Стоит какая-то женщина. Сара! Ты красава! Пошла ты! Какого хуя? Ты кто такая? Отвечай на вопрос. Что за баба? Кто это? Возьми трубку, нет времени на это. Какая-то девчонка с топором. Откуда ее взяли вообще? Это журналистка? Майк Тайсон. Надо, может быть, найти было... Надо, может быть, было... Может быть, надо было найти, что называется, на русском, потому что здесь куча важных информаций каких-то или что. All ending. Да нет, финал. Секретная концовка. Спустя какое-то время наш работодатель становится более раздражительным и начинает гонять... А, это если ты договор не подписываешь? Моя семья, сука. Дети. А, он не подписывает договор, короче. Терпение. А, вот он меня колет все равно. А, ну и в этот. До свидания. Выкидывает меня в этот, да, я так понимаю. Ясно. Да. Короче, я не уверен, что... Ну, здесь есть что-то, наверное, прикольное. Вакцину он делает, да? Кали вакцину. О, это вот я, Пол сидит. Как ты себя чувствуешь, Пол, братишка? Очень жаль твою жену. Вечером к ней заеду. О, боже, он тебя уже ищет. Пол, братишка, уже хочет меня сожрать? И тут, наверное, сзади к нему подкрадется с топором. А, нет, он с инъекцией. Очень жаль, да. На тебя, сука. О боже, это для Сиджи! Хватай его! А, даже так! Так, из меня вылезает паразит. Девка его ногой придушил. Выбираемся отсюда. О, хорошая концовка. Феррари наша! Ждем. О чем речь? Но его нельзя спасти, там сердца, по-моему, их нужно убивать. Зачем? Взял бы тачку, да поехал. Опа. Кольнуть ей? Ага. Ты придурок, что ты наделал? Прости, но мне нужно вернуть жену и дочь.
Мне плевать на тебя, понимаешь? Ты идиот, мы могли бы это сделать вместе. А теперь я сдохну вместе с тобой. Не переживай, нам обоим пизда. Ага, топором его. Ну что ж, на тебе, сука. Ждем, когда ставки рассудишь. А в чем ставки-то? Топором девку можно было зарубить, походу. Вот. Ну ж, я должен защитить свою семью. Пизда. Добро пожаловать, Алина, аккаунт для Нэнси 2. Ага, Алина там подготавливает, походу, почву для колесобустеров, которая сейчас будет. А ты написать игру-то успеешь? Куча концовок, которые вообще ни к чему, блядь, не ведут. Опа. Я спас тебя, курица! Короче, идея принадлежит какому-то... Доброе утро, Пол. О, я уже превращаться начал. В итоге ты зомби съедаешь его. Ясно. Короче, идея прикольная, но, извините меня, сколько я на нее? 5700 тенге в рублях, это сколько? За 2 часа игры? 1100? За не страшный, за... Это не хоррор. Это не хоррор игра. Она комичная, это весело, и пару раз вот что-то, ну, то есть она даже, ты даже не нервничаешь. Вначале, ну, мало функционала, так скажем, он есть, но дорого за эту игру. 1200 ты за нее отдаешь. За 2 часа ее можно пройти. Это комедия. Что курили разработчики? Игру создавали для какого... ради воспоминания о каком-то, видимо, человеке, который ухаживал за животным. Ну, видимо, этот смотритель зоопарка. Так, какой вопрос у вас есть по поводу ставок? Что-то... Кто подох, а кто не подох? Просто верните людям деньги и хуй с ним. Или вы хотите прям какой-то мой вердикт? Ну, давайте, задушимся. Просрали потенциал. Это не хоррор. У него... У этой игры был совершенно другой трейлер, понимаешь? И трейлер был куда мрачнее. Прям выглядело все стрёмно. Мне казалось, мы будем бродить по зоопарку, а здесь ты не бродишь по зоопарку. Ты ездишь, блядь, между зонами какими-то, по зонам разделенными на поезде. Это не открытая местность, ничего. Ты просто разделен на зоны в этом поезде. В поезде не страшно, ни скримеров, ничего не происходит такого, знаешь, типа, это какая-то даже микроистория, спрятанная в... А трейлер глянуть можно? Да не вопрос. Но, типа, как игра выглядела, и вот трейлер, да? Вот, смотри. Ну, выглядит стрёмно, типа, как этот. Как заготовка. Я понимаю, что это рендер, я понимаю, что это не геймплейный был моментик, и я понимаю, что это просто кинематографичный трейлер, но... Где звук-то? Now you're a night zookeeper. The job is not difficult. You have nothing to worry about. Но это не выглядит так крипово, как в трейлере. Это просто какая-то, ну, просто... Мы даже человека спустили на похуй. Где это? А это где? А он уже на потолке сидит, да? Вообще, это даже не похоже нахуй на правду. Вы ебанутые там сидите. Это даже не похоже на правду. Это настолько неправда. Да ну нет, это вообще не то, на что заявляли. Вот это хоррор-трейлер. Даже трейлер смотреть стрёмно. И играешь в игру. Да вы чё? Нас обманули. Нас наебали. И у нее поэтому такие смешанные отзывы за 2 дня. Это я еще хорошо не смотрел ничего нигде. А я так бы, знаешь, что сказал? Нахуй эту игру тратит на нее еще время и деньги. Удалю, не ссорьтесь, но я считаю, мы спасли. А что мы сделали? Давайте это. Давайте определимся. Вы считаете зараженный пингвин? Его, зараженного пингвина или зараженную особь нельзя было никак спасти? Я же пробовал этой хренью по... кстати, это тоже, блядь, упущение. Вернуть игру нельзя? Сейчас скажу. Нет, уже нельзя. 2 с лишним наиграли. К сожалению. Надо было раньше заканчивать. Но видишь, зато финал посмотрели. До которого
я дошел. Но мой хреновый, нас кинули. 2 часа игровых должны пройти. Прошли уже 2 часа. Да и ладно, я хотел посмотреть, я посмотрел. В итоге это просто оказалось очередной провальной хуетой. Хотел включить заново стрим, но на запара вижу на Ю, не могу понять, где стрим. Паника, непонимание, облегчение. Это не то, что было заявлено. Это пиздёж и провокация. Это вообще не та игра, которая была в трейлере ни разу. Ни разу. Вышла новая игра, интересно посмотреть. Гори Клауди Карнаж. Это вот девочки написали на Бусти. Так, пошли колесо крутить. Ладно, хоть что-то нас должно сегодня развлечь. Играться хотим, играться! Колесо бустеров сентября. Все написали, надеюсь? Любая часть Нэнси Дрю написали? Вижу. Ну, допустим, Нэнси Дрю сгоревшая алиби. Ну, допустим. Крутки! Хрен с этой игрой. Ясно, понятно, что это просто скам какой-то, блять, а не смотритель зоопарка. Я бы это не покупал. Я и отзыв накатаю в Steam, я накатаю отзыв, что это полная хуета. Мне не понравилось. У меня нет ощущения, что меня киданули, но, типа, за то, на что заявлялась эта игра, она этим не является, к сожалению. Я понимаю, что покупаться на кинематографичный трейлер — это тот еще прикол, но трейлер выглядит как хоррор, как интересная задумка, а здесь ты в большую часть степени действительно кормишь животных, спасаешь каких-то конкретных. Надо, кому это надо?